Понятия не имею, как мы познакомились. Честное слово, это не на свадьбу же видео, прекратите. Вот я не знаю, можно ли это рассказывать камеру, но тем не менее. Я понятия не имею, как мы познакомились с Олегом. Мне очень жарко, я с ним шар. All the grass is greener everywhere you look. So many girls out there, I could write a book. That one's ass is Lena, and this one's like Serena. But I think your silhouette is meaner. And even though you got small breasts, well, to me they look the best. Ну, мы познакомились еще в далеком 85-м. Когда в очередной раз Владик меня привел к ним домой, коллегу и хлебу. Это был дождливый вечер. Я дышал и звонил ему. Олег был говно, я тоже. Я очень долго наблюдал за этим молодым человеком в клубе. Он лысел, а я нет, поэтому у меня длинный волос, а он лысый. Наверное, это был 72-й или 73-й год, после Афганистана или до. Наверное, тогда я увидел Олега пьяного, никаких не было, трезвого. Когда зашел Олег и сказал: привет, давай познакомимся. Так и познакомились. На почве волос сошлись.